За плечами этого человека трудовой путь длиной в 56 лет. В эти дни свое 90-летие отмечает в Волгограде труженик тыла Алексей Ефимович Кобликов. Секрет долголетия юбиляра знает наш корреспондент Мария Иванченко. Юбилейную дату Алексей Ефимович Кобликов встречает при полном параде. На груди медали за доблестный труд. В годы войны паренька направили ремонтировать железнодорожные пути через переправу. Затем он попал в Ричпорт. Разгружал боеприпасы для обороняющегося города. После освобождения Сталинграда нам выдали военные билеты и с наклейки это бронь дали. Вот в порту. А порт, значит, помогать Сталинграду. Так и сложилось, что больше мест работы не менял. В Ричпорту трудился более полувека. Такого постоянства и трудолюбия еще поискать, говорят родные. Но и для семьи Алексей Ефимович всегда успевал находить время. Дочь Ольга рассказывает, что к ним отец всегда был строг, но справедлив. Этих же принципов придерживался и при воспитании внуков. Их у Алексея Ефимовича четверо и семеро правнуков. Очень требовательно подходил к моему воспитанию, к воспитанию своих внуков. И сейчас помогает вот нашим внукам, значит, воспитание правнуков. Честность, добропорядочность, трудолюбие – это вот на протяжении всей жизни мы наблюдали вот такого человека. Дедушкин опыт может научить тому, что ответственности в первую очередь, отвечать за младших, за старших, а также надеяться на самого себя, а также на окружающих, помогать людям, близким. В свои 90 лет Алексей Ефимович бодр и весел. По его словам, самое главное, что все родственники в сборе и здоровье не подводят. А секрет долголетия прост – доброе отношение к людям и здоровый образ жизни. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».